На вечере памяти Юрия Шатунова, который проходил в Крокус-Сити-холле, телеведущий Андрей Малахов намекнул на человека, которого он считает виновным в смерти певца. Однако Малахов отказался называть его имя. Малахов, который был знаком с Шатуновым, заявил, что певец был крепким и мужественным. Безусловно, все эти судебные процессы за право исполнять свои песни не могли не сказаться на здоровье Юры, заявил телеведущий. Незадолго до кончины Юрий Шатунов выиграл суд у человека, имя которого не было названо на вечере памяти. Он судился за права на свои песни с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Решение суда было вынесено в пользу Шатунова. Андрей Разин, бывший продюсер группы «Ласковый май», назвал артистов, выступивших на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова, негодяями и пообещал проклясть их и их семьи. Он считает, что будет каждую пятницу проклинать предков и потомков участников концерта, включая Ларису Долину, Николая Баскова, Алсу, Люсю Чеботину, Сосо Павлиашвили Шамана, Игоря Крутого, Татьяну Буланову и многих других. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Андрей Разин угрожает артистам из-за тревоги и негодования, так как понимает, что больше не сможет зарабатывать на творчестве Шатунова.